Так. Фу, здорово, пачады. Вот мой новый комп. Так вот выглядит. The Force 690. Ладно, что. Такой 690, блядь. Обычно 250. Я просто хочу вам сказать. Вы больше никогда это не увидите. Новая комплектация. Вот. Шумит он. Супер, супер пиздец. Это от видеокарты. Да, это от... Эй! Эй! Сука, пиздец! Ой, пидор, ну ты кулер, бля, перепугал меня. Сейчас бы еще Core i7 полетел, надо. Ну, процессоры, слава богу, они дешевенькие, там, 10 тысяч, это прям пиздатенький такой, блядь. Ну, выше среднего 100% AMD. Выше среднего, это ценовая категория, да, там, диапазон, 6 тысяч где-то так. Тут 8-ядерник, там, лучше Intel, не знаю. Хоть там 4 ядра, но 4 виртуальных есть. Так вот, шумит у меня видеокарта. Я там давным-давно, как вышла Battlefield 3, пытался разогнать ее. Там всякие программы качал, ну, что-то понаделал. И вот она у меня так шумит уже около года, блядь. Прикиньте, ну, это в полной действии. Да, вот. Рабочая. Вовсю, короче. На все обороты она так у меня шумит. И плюс клики мышки. Меня также раздражает. Это чисто меня вот что раздражает, это клики мышки. Не Razer Ouroboros, а обычный. Сейчас я вам покажу. Вот. А, хуй, не покажу. Она пропала. Не знаю, где он. Ну вот этот, короче, пионер ебаный. Пионер, блядь, ёб твою мать, чуть ли не сломал крышку. Батапак! Или найду мышку, или не найду. Ну, не знаю я, где она. В общем, если у вас мышка за 100, там, 200 рублей, вы знаете, что такое раздражение от клика, там. И плюс вот это вот, на нервы также действует. Все на нервы действует, и в доте ты, допустим, фидишь не намеренно, а вот чисто из-за команды. И все это совмещается, то есть три, получается, фид из-за тимы, мышка и клавиатура, ой, блядь, клавиатура, сука, видеокарта, да, хрен. Все это на мозг давит, и, блядь, пиздец. Я готов был разъебать эту хуйню. Я почти разъебал корпус. Но в итоге у меня отлетел кулер. Этот кулер, он держится вообще на соплях. Там. Стоит 100 рублей. Видеокарта GeForce 250. Блок питания, как ни странно, он еще актуален. 700 где-то ватт. 700-650 где-то ватт. Ну, дизайн у него хуйня. Беленький такой, ну, под цвет корпуса чисто так создан. И этот блок питания не 2004 года, он был куплен вместе с видеокартой, по-моему. Видеокарта была взята, и вот этот кулер. Корпус. Блять, сука, блок питания. Ой. Ну, корпус просто ужас. Ужас. Сюда помещается... Ну вот материнская плата у меня маленькая, очень маленькая, ну посмотрим, что подчеркнут, как уместится. Она поместится, безусловно, в новом, но мне просто стрёмно, как такая, блядь, маленькая хуйня поместится в таком, будет выглядеть точнее, в таком, блядь, корпусе новом, не в этом, в том. Вот так, проц у меня Core i7. 2700К. Материнская плата не поддерживает разгон. У нее есть этот ядро, видеоядро, но разгон она не поддерживает. Там, у них есть авиатура, да, там H, Z, K, ой, H точно. Вот у меня H именно. Z это пиздатая. Ну, я имею в виду, можно разогнать процессор.
А вот мне нельзя. Почему я водное охлаждение ставлю? Для красоты пока что. Пока для красоты, потом я возьму себе более-менее новый и процессор, и новый, блядь, мать, новую мать куплю. Хоть и мать не покупают, а в детдоме покупаю, блядь. В детдоме матерей купить. Хуй вот еще шнуров. Также у меня будет в новом корпусе, блядь, тоже дохрена шнуров. Потому что, ну потому что, потому, бля, вот так вот. Сука. Дизайн, конечно, хуйня. 2004 год. Вот это вот корпус 2004 года. Назад я могу ручаться. 2004. Вешайся, блядь. И даже не смотри нахуй. Ну вот так, это чисто мои комплектующие. Видео короткое. Поэтому, блядь. Я вообще не должен видео больше до одной минуты делать, как этот 10050. Пум-пум, все, I'll be back.